обилие лаков. Пыталась я их зафоткать, но что-то у меня бликует вспышка. На самом деле, вот этот вот, это мой голубой гель с кольцем. А это фаберликовское что-то такое для выравнивания ногтей. Вот только вот эти две пустые. А это я умную эмаль пыталась разжижить, но она загустела, и я ее слегка добавила туда пищевого красителя. Но как-то лучше не стало. Но как было густое, отпрыснувши немножко, так и осталось. Ну, кстати, если сейчас вот так смотреть, то оно действительно немножко розоватое. Это вот от Тани Китаевой мне ромашка это досталось. Вообще из моих лаков тут исключительно вот этот вот. Потом вот этот вот. И голубой гель с кальцием. Остальные что-то все какие-то дареные. От всяких разных. Ну, большая часть, конечно, от Аленки. Два есть от Лены из Минска. Один есть вот этот вот. Из первой поменяшки с Настей Зарецкой. Может, еще от кого-то не... Ну, может, я забыла. Но, кажется, все остальные, большая часть от Аленки. Вот это топовое покрытие вообще ни разу им не пользовалась. Это какой-то такой бежевый лак с блестками. Я когда его наносила, у меня ощущение было, будто вот волосы какие-то на ногтях растут. Ну, не понимаю я топовое покрытие. Вот это у меня тоже как бы топовое, наверное, покрытие, потому что оно блестящее такое. Но как-то оно, по-моему, больше на просто лак смахивает. Возможно, слышно, как кот потерялся. А, да, и маленький лак еще вот этот розовый. Candy Snail. Это фаберликовский от Насти Лукьяновой. Краткий внезапный видос. Как бы вот так.